Дынин Евгений Яковлевич, 25 сентября 1990 года рождения, уроженец города Булаково, Саратовской области, период с 11 апреля 2018 года по 29 октября 2020 года, наработавший в должности помощника Пугачевского межрайонного прокурора, в настоящее время не работающий. С 2 сентября 2020 года помощником прокурора Дыниным по поручению Пугачевского межрайонного прокурора проводилась проверка по жалобе Каузова по факту незаконной выдачи диагностических карт, установленной работниками ОСАР-техконтроль Пугачев от Каузова имени после его увольнения из данной организации. Несмотря на истечение 8 сентября 2020 года 7-дневного и 1 октября 2020 года 30-дневных сроков проводимой проверки, Дынин в установленном законом сроке проверка по жалобе Каузова не завершил, в связи с чем продолжил ее дальнейшее проведение вопреки требованиям пункта 3.5 и пункта 5.1 инструкции. 12 октября 2020 года в примерный период с 15 часов 30 минут по 15 часов 35 минут помощник прокурора Дынин посредством телефонной связи известил генерального директора ОСАР-техконтроль Пугачева-Залевского о необходимости явки 13 октября 2020 года в Пугачевскую межрайонную прокуратуру Саратовской области для дачи объяснений по обстоятельствам проводимой проверки. 13 октября 2020 года в дневное время, точное время установленное, Залевский встретился в помещении Пугачевской межрайонной прокуратуры по помощнику прокурора Дынина, который подтвердил факт незаконной выдачи диагностических карт от имени Каузова после увольнения последнего из ОСАР-техконтроль Пугачева без проведения технического осмотра транспортных средств, что указывало на наличие действий Залевского и иных работников ОСАР-техконтроль Пугачев признаков административного нарушения, предусмотренной частью 3 статьи 14.4.1 КУАП. В указанном месте и в указанное время помощник прокурора Дынина из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на получение Залевского взятки в виде денег и иного имущества на сумму не менее 250 тысяч рублей, то есть в крупном размере, через своего родного брата Дынина, да я за совершение заведомо незаконных действий в пользу Залевского и иных представителей последних работников САР-техконтроль Пугачев, заключающихся в принятии решения об отказе в удовлетворении жалобы Каузова и не привлечении Залевского и иных представителей последних лиц из числа работников САР-техконтроль Пугачев какой-либо ответственности по результатам рассмотрения. При этом Дынин решил вымогать взятку в указанном размере у Залевского под угрозой привлечения последнего к уголовной ответственности, то есть за совершение действий, которые могут причинить правовым и законным интересам Залевского, а также продолжать проверку по жалобе Каузова вопреки требованиям инструкции и принятия Залевским решения о передаче взятки, тем самым заведомо создавая условия, при которых Залевский вынужден будет передать взятку. В тот же период времени помощник прокурора Дынин, реализуя свой преступный умысел совместно с Залевским, вышел из здания Пугачевской межрайонной прокуратуры на улицу, находясь рядом с указанным зданием, оказывая на Залевского психологическое воздействие с целью склонения последнего к передаче денег и иного имущества в качестве взятки, сообщил последнему о наличии оснований для осуществления его уголовного преследования и имеющихся у него, как у прокурорского работника, обязанности инициировать процедуру привлечения Залевского к уголовной ответственности. Одновременно с этим помощник прокурора Дынин сообщил Залевскому о необходимости в дальнейшем контактироваться с доверенным ему лицом, данные которого он сообщит позже, о получении дачи взятки в крупном размере за совершение помощника прокурора Дынина заведомо незаконных действий в пользу Залевского и иных представителей последних работников данной организации. 13 октября 2020 года, вечернее время, точное время не установлено, Дынин, продолжая реализацию своего преступного умысла, действия из корыстных побуждений посредством телефонной связи с использованием мессенджера WhatsApp, сообщил Залевскому о необходимости ведения всех переговоров по проводимой Дынином проверке по жалобе Каузова с его доверенным лицом Дыниным Д.Я. 17 октября 2020 года в примерный период с 11 часов до 13 часов у дома номер 23А по улице 2 Садовая, город Саратов, рядом с входом в городской парк культуры и отдыха Горького, Залевский встретился с посредником Дыниным, где выдвинул требование помощника прокурора Дынина и сообщив о принятии последнего решения об отказе в удовлетворении жалобы Каузова. В ходе этой же встречи Залевский на высказанное ему требование под воздействием ранее высказанного Дынином его адрес угроз о привлечении к уголовной ответственности, осознавая, что решение по обращению Каузова не принято с целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов, вынужденно ответил согласие.
В период с 17 по 19 октября 2020 года в последние дни довел до сведения помощника прокурора Дынина о достижении соглашения о передаче взятки между ним и Залесским, после чего не позднее 20 октября 2020 года, точное время не установлено, помощник прокурора Дынин мер к принятию законного решения по обращению Каузова о возбуждении производства об административном правонарушении или о направлении в орган или должностному лицу, который полномочен рассматривать дела об административных правонарушениях, не принял. При этом подготовил ответ на обращение жалобу заявителю Каузову и подписал его у Пугачевского межрайонного прокурора Логвина, неосведомленного о совершенном Дынином преступлении, в котором указал заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что доводы жалобы Каузова в ходе проведения проверки не нашли своего подтверждения, тем самым совершил незаконные действия в пользу Залесского и иных представителей последних работников ОСР «Техконтроль Пугачев». 19 октября 2020 года в вечернее время помощник прокурора Дынин сообщил Залесскому о совершении Дынином незаконных действий в его пользу и представляемых им работников ООО, сообщив при этом Залесскому о необходимости скорейшей встречи с посредником Дыниным ДЯ для передачи через него взятки в виде денег и иного имущества на сумму не менее 250 тысяч рублей. 20 октября 2020 года, в примерный период с 11 часов 37 минут до 12 часов, предварительно договорившись о встрече посредник Дынин, сообщил Залесскому о необходимости приобретения и передачи имущества на сумму не менее 180 тысяч рублей, а также денежные средства в сумме 70 тысяч рублей в качестве взятки помощника прокурора Дынину за совершение вышеуказанных незаконных действий, на что Залесский ответил согласие. В этот же день, примерно период с 12 часов до 13 часов, посредник Дынин встретился с Залесским в помещении магазина «М-Видео», расположенного по адресу город Саратов, улица Зарубина, дом 167, где осуществил подбор бытовой техники для дальнейшей передачи в качестве взятки помощника прокурора Дынину, сообщив при этом Залесскому необходимость приобретения и оплаты данной техники в указанных целях, а именно телевизор на общую сумму 149 990 рублей, комплект батареек из 4 штук стоимостью 299 рублей, гладильные доски стоимостью 10 990 рублей, пара генератора стоимостью 21 990 рублей, а всего на общую сумму 183 269 рублей, которые после приобретения и оплаты передачи Дынину, да я как посреднику дальнейшей передачи в качестве взятки помощнику прокурора Дынину ЕЯ. В этот же период времени в указанном месте Залесский получил счет о МВМ, магазин «Мое видео», от 20 октября 2020 года на свое имя на оплату вышеуказанных товаров. Однако после совершения указанных действий, осознав противоправность своих действий, несмотря на неоднократно предпринимаемые в дальнейшем попытки посредника Дынина получить от Залесского вышеуказанные товары для передачи, Залесский от приобретения вышеуказанного имущества и дальнейшей его передачи совместно с денежными средствами отказался. Таким образом, своими действиями Дынин и я совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 пунктами БВ, части 5 статьи 290, а также своими действиями Дынин Д.Я. совершил преступление, предусмотренное пунктом Б, части 3 статьи 291 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно посредничество в взяточничестве. Вот ведом совершения вот этого преступления, которое сейчас озвучено. Ваша честь, я не совершал данного преступления, поэтому, соответственно... Вы вину признаете? Нет, соответственно, как я могу признать, если я его не совершал преступления? Хорошо. И Дмитрий Анатольевич, знаете, пожалуйста. Ну, вы сейчас прослушали же обвинение, да? Понятно вам вообще? Понятно. Вину признаете? Я, как бы, наследствие признавал мошенничество, что... Сейчас уже не мошенничество. Знаете, вы сейчас по пункту Б, часть 3, 291. Да, а вот по, скажу, в конце следствия. Ну, вы признаете, да? В конце следствия скажу. Ну, то есть, в данный момент желаете выразить свое отношение к предъявленному обвинению? Нет. Пошли, Елена Александровна. Вы работаете... Помощником Пугачевского межрайонного прокурора. Скажите, пожалуйста, Дынина, в должностной обязанности Дынина входило ли рассмотрение обращения граждан? Да, конечно.
вам известно что-либо по поводу разрешения Дыниным Евгением жалобы, которая к нему поступила от Каузова? Ну, только известно со слов прокурора, который, пройдя время какое-то, собрал нас и сказал, что было такое обращение к Каузову. Только и все. Существовало обращение, вам известно, проводил ли Дынин какую-либо проверку по данному обращению? О чем было это обращение? Нет, о чем, как проводил, я сказать, к сожалению, не могу. Потому что это чисто его надзор, там, надзор уголовного законодательства. Ну, чисто его обязанности. Скажите, пожалуйста, после увольнения Дынина вы сами не проводили проверку по обращению к Каузову? Нет. Не проводили. Мне даже не знакомый человек. Вот вы являетесь помощником прокурора. Помощник прокурора вправе ли самостоятельно принять меры прокурорского реагирования? Допустим, писать постановление об административном правонарушении, либо принять меры, направленные на возбуждение уголовного дела, самостоятельно за своей подписью. Есть ли в должностных обязанностях таких мужчин самостоятельно принять какое-либо решение и меры? Нет. Помощник прокурора при получении обращения смотрит, есть ли состав нарушения, если, ну, у нас вообще по общеназорным обращениям может прокурор принять различные меры реагирования, либо принести протест, либо внести представление, либо возбудить административку, либо собрать материалы и направить по статье 37, соответственно, орган предварительного расследования. В обязанности помощника входит только составить проект. Сами мы принять какое-либо решение не можем. Это может сделать либо прокурор, либо заместитель. Что? Проект чего? Проект документа, я же сказала. Представление, протест, либо административный. Для подписи кого? Для прокурора. Мы составляем проект, но мы сами его подписать не можем. Да. То есть проект составляете, да. Потом он читает? Если утверждает, он подписывает. Если нет, значит возвращает. Да. Как практика показывает, ну, в период руководства Пугачевской межрайонной прокуратуры Лобиным проведение проверок согласовывались всегда с прокурором? Да, конечно. Гражданка Сатарова, Терехова, какое-либо отношение к проводимой Евгения Яковлевича проверки имела? Нет, насколько я помню, она только позвонила, просто спросила, кто занимается данной жалобой, на что я сказала, занимается помощник, в чьи обязанности входит Евгений Яковлевич, и все. Расскажите, постарайтесь вспомнить, когда поступил этот звонок? Нет, я так не могу вспомнить, я не смогу вспомнить. В то время, наверное, когда проводились проверки. А кому позвонила? Нет, она собственно, не знакома. И что именно она интересовала? Она просто спросила, кто рассматривает обращение по трудовому законодательству. Вы сообщили ей это? Конечно. Исполнитель. Я небольшую паузу буду делать, потому что мне надо сделать на шаге записывать. Так, и что вы ей сообщили? Исполнитель. Ну, я помню, ну, фамилию. Да, я ключ фамилии, имя, отчество и все. Так, что еще за Тарвин? Чем еще она интересовалась? Просто кто? Нет, она интересовалась, кто занимается, есть ли такой сотрудник и все. А существо проверки, перспектива, ее интересовали? Нет, просто спросила. Вы точно помните? Вот меня интересует именно перспективы. Нет, она спросила, кто занимается. Да, и все, как бы я сказала, что у нас просто два общеназорника, я, соответственно, он был в этот момент, поэтому здесь два варианта, либо я занимаюсь, либо он. Я сказала, что Дынин занимается, и все. Хорошо, а вот потом, когда уже Дынин, там, скажем так, закончил заниматься, вы с Сатаровой сами, либо она, может быть, сообщали? Нет, мы больше не сообщались. Скажите, а вот если вы понимаете, конечно, в чьих интересах она звонила, почему ей это интересно было, раз она помощник Гагаринского района, а вы Пугачёва работаете? Ну, наверное, в интересах чья жалоба, наверное. Чья жалоба или в отношении кого? Не могу сказать, я не знаю в отношении вообще. Кто заявитель в отношении, не могу сказать. У меня один уточнейший вопрос. Разрешите? Нет, извините, вы сейчас вот пояснили вопрос стороны защиты по поводу того, что он звонил Хохлова, Сатарова, знаете ли вы. В связи с чем вы ее знаете? Она работала раньше в Пугачёвской прокуратуре?
Нет, мы с ней работали в прокуратуре Волжского района. А, в каком году стали? С 2010 года. Я работаю с 2010 года в прокуратуре. Вот скажите, пожалуйста, я не совсем поняла из вашего ответа, а вот эта Хохлова Сантарова, она интересовалась каким-то конкретным обращением, либо она... Да, конкретным, я помню фамилию Залесского. Mm-hmm. Обращение Залесского, его интересы к Залесского, она позвонила и сказала, mm-hmm. это мой знакомый, кто занимается этим обращением. Я сказала, исполнитель. Mm-hmm. Mm-hmm. Что июля 1924 года. Где работаете? В Саратовской области. В Владивостоке, помощник Владивостока Дженна Скоро. Вам что-либо известно по поводу рассмотрения Денина как помощника прокурора, а обращение Каузина в отношении Залевского? Нет, абсолютно не известно. Обстоятельства никаких вам последствий нет. Нет. А в последующем вы не рассматривали жалобы исполнительного Каузина? Нет. Скажите, пожалуйста, вам известно что-либо о том, что Адыгин выдвигал требования Залевскому о передаче ему денежных средств или полного имущества в качестве взятки? Нет, не известно. Вам известно что-либо о том, что Дынин хотел совершить действие или каким-то образом общался со своим родным братом Дмитрием по поводу того, что должна состояться встреча, там, видео, там, передача денежных средств? Нет, что абсолютно не известно. А вам известно о том, что Дынин Евгений проводил проверку по обращению к Каузову свыше 30-суточного срока, установленного реальным законом и прокуратурой? Также неизвестно. Прокурор формально исполнять свои обязанности, либо реально при принятии тех или иных процессуальных решений или при утверждении каких-то решений по материальным порядку. Ну, формально для прокурора района, например, это для любого должностного лица может быть присущим. Я поэтому не уточню. Ну, формально у нас никогда никакие должностные обязанности не исполняет, поэтому всегда все фактически исполняет свои должностные обязанности, как ему. Добросовестный. Салют. Правильно воспринимаю. Могли прокурор, бывший уже прокурор Ленина, да, подписать итоговый какой-то документ, подготовленный Евгением Николаевичем, не глядя, не внимательно. Я думаю, что нет. Вы утверждаете или я, да, продолжение, или вы предполагаете? Я предполагаю, что нет. Но на сегодняшний день все свидетели, которые явились, они допрошены, в этой связи у меня ходатайство об отложении. Свидания, для вызова не явившихся свидетелей. Ну все, на 15-21 июля, с 1 декабря, до свидания. До свидания.